Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone. I'm alright. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Камарачи, с вами Герман, и с вами еще... Каролина. Моя сестра. И сегодня мы с вами хотим поиграть в новой карте, называется она Skywars, то есть летающая битва, да, битва в небе, как-то так в переводе. Мы еще сюда не заходили, не играли, поэтому бамс, мы с вами врываемся, играем, наверное. Мы... Тут в первый раз играем, так что не судите строго. Вообще не строго. Так, а что-то нас не запускает. О, наконец-то она запустила. Что тут делать, мы не знаем вообще пока что. Паркур пройти. Ну да. Так, так, так. Во. Чуть подлагивает. Все, осталось 10 секунд до игры. Как 5. Ты думаешь, что тут делать надо? Я даже не могу предположить. Так, так, опа. Обновление сундуков. Ваша задача скинуть всех игроков и остаться на острове. Упал, ну все, ты проиграл. Опа, опа, ребята. Окей. Вот это круто, реально. А, я где-то такое видела. Да? Да. Так, забираем все. Вот это надеваем. Ты тут на всех. Этом острове один, на этом островке. Да? С тобой нету никого. Пузырек опыта. А ну-ка. А только смысл? Ну, я... Окей, опыт я съел. А что дальше? Алмазы тут есть. Так тебе же объяснили, то, что нужно скинуть всех игроков. Если ты упадешь, то считай, ты проиграл. Нужно ресурсы так... добывать, чтобы тут выжить. Да ну, серьезно? Да. Настолько все грустно. Mm. Так, а ну видишь тут? Же, тут даже есть шахта, если это можно так назвать. Ну да. Нифига себе, тут. Тут по-крутому Гомир пишут. Гомир. Не, мы. А что это нам пишут? Нет, нам. Погиб. Опа. Уже кто-то погиб. Уже кто-то откинулся. Это опасно. Так, так и... быстро. Угу. Сейчас могут к нам пожаловать незваные гости. Так. Там, кстати, тоже нужно простраиваться к другим, чтобы их скинуть. Ты же это понимаешь, да? Ну, естественно, я это понимаю. Подожди, но нам надо еще как бы прокачаться, понимаешь? А что, нельзя, что ли? Нельзя. А как тогда нам... А верстак есть здесь? Верстак? А зачем тогда все это? По-моему, да. По-моему, есть. А почему он не делается тогда, объясни мне. А, во, наверное, тупануло просто. Так, так, сделаем палок. Сделаем, нам надо, нужна кирка. И сделаем, на всякий случай, деревянный меч. Нам нужен деревянный меч, кирка. И погнали копаться. О да, мы так далеко не прокопаемся. Потому что у нас кирка деревянная. Лучше не надо. Офигеть. Офигеть. Надо, дорогие друзья, на шифте просто ходить здесь. Алмазы у нас есть, как бы. Мы не прям бомжи. Сейчас мы выкопаем. Мы сейчас выкопаем на железную, точнее, на деревянную кирку. И уже будем, естественно, добывать то, что тут видно у нас. Итак. Погнали. Опа. Так, что-то никого тут нет. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Так, мы делаем уже каменный меч. Так, стакс. Нам надо срочно сделать опять палок. Опа, там кто-то есть, там кто-то есть. Я думаю, надо навестить того, типулю. Того типка. Конечно, жалко, что мы играем вот так. Вот так, имею в виду, в сундуках. Так, лут в сундуках был обновлен.
О, по красоте, по красоте Даже просто. золотое яблоко есть. Ду-ду-ду, вообще четко. Можно попробовать ринуться на... О! Все, нас кто-то пытался. А как нас убили? Нас убили. А как нас убили? По-моему, наш остров был вот этот. Вот видишь, к нам простроились. Или оттуда, или оттуда. Кто-то простроился и забежал, убил, да? Угу. Игра закончится через 36 минут. Ну ладно, дорогие друзья, Офигеть. мы ждать не будем. Мы сейчас... Так. Нам надо как-то уйти, вернуться в лобби. Телепортатор. Так. Вуз. А, это, то есть вернуться в лобби. Давай вернемся в лобби. Мы, короче, не будем ждать. Мы сейчас зайдем опять. Мы попробуем отыграть второй раунд. Ну, мы не можем пока что зайти, наверное. Да не, можем, чем. Как? Ну, Ну, нам... тогда Это ж несколько придется серверов. Заново. Чё придется? ждать Ну, сейчас долго. быстренько, это чё долго? Сейчас мы попробуем второй раунд, мы теперь примерно знаем, что делать. И сейчас мы Нужно вернемся. простроиться. Надо быстро простроиться. Не то, Да. что быстро, нам надо... А не так бегать по всему островку. И везде воровать дерево. Сейчас мы все быстро сделаем. Вообще по фасту. Вообще максимально по фасту, насколько только можно. Так что сейчас мы тут будем раздавать всем езды. Все, мы появились. Сразу забираем отсюда все, что тут есть. На каком мы маленьком островке? И так как у нас времени вообще практически в обрез, делаем первое не... Вон, у нас есть луки, поэтому парни сделали стрелы первые. И потом, вау, у нас реально островок реально какой-то изичный. Это плохо, кстати, ребята. Такой остров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем ты застроил Да я сундук? затупил, понимаешь? О! Отлично. Железо. Да, и топор нам дали. Железный. Это Сейчас мы... хорошо. Знаешь, что мы сейчас сделаем с тобой? Что? У нас палки. Сейчас мы сделаем с тобой палки. У нас есть три железа. Три железа нам хватит, блин, на меч. Все, и больше нам ни хрена не нужно. А мы стрелы мы не сможем сделать, да? Ну да. Паутина. Я не помню, как делать этот. Да я сама не помню. Я сколько не играла. Ну точно Там не перо помню. нужно. Ладно, пофигу на паутину. Все. Врываемся. Врываемся, Вон прям врываемся. сейчас бы к нам простроились. Да. Вот-вот. И будут у нас. Вон он, этот парень. Так, мы идем к нему, мы идем к нему. Или лучше покопаться, я даже не знаю. Лучше пойти к нему и убить его. А мы до него не доползем, у нас не хватит дерева. Да, у нас-то его всего 4 штуки. Опа, его уже кто-то скинул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Прячься, прячься. Да прячусь. А теперь нужно Я Так, тебя походу... поздравляю. Чё-чё? Нужно застроиться теперь у себя в шахте. Да, у нас нет дерева, чтобы сделать кирку. Динамитом. Да, вообще просто идеи бомбезные. Оп-оп-оп, парень идет к нам. Давай, А давай. откуда ты знаешь, что это парень? Ну, там может девочка, не знаю. Хорошая идея. Не, удочкой не достаю. Не достаешь, походу. А как это? Он же до меня достает. О, ха-ха-ха, друг! Друг, ай, косяк! Нет, ты не скидываешься? Видимо, нет. Ай, блин, а как он так? Я так не умею. Нифига себе, он по мне часто попадает. Ну мы ж тут в первый раз. Он, наверное, уже Давай, давай, давай! давным-давно играет. Давай, да шо ты, Васек, ну ты чё, куда ты побежал? Почему ты всех Васей Не знаю, называешь? хочется мне. Так, у нас есть железный топор, сейчас мы быстренько добываем дерево. Оно должно регенерироваться. Я не знаю, что оно должно делать. О, Вроде бежит, бежит, бежит. вот он опять бежит к Нет, тебе. друг. Ты не... Ого, шо он там сделал? Он что-то кинул в меня, да? Не думаю. Он Я... яблоком в тебя кинул. Я думаю, знаешь, что сейчас надо сделать? Сейчас надо захавать яблочко. У него тоже меч.
Ах ты крыска! А ну давай, него, давай. Блин, давай. Железная бронь. Да, железная. Да нет же, Васькан! Он нас опять завалил. Он нас завалил. Один и тот же. В смысле один и тот же? Потому что... Ну или это скин просто одинаковый, или это тот же. Не знаю, блин, но он нас завалил. Нас почему-то быстро валят, мы походу лошары. Не можем мы выиграть. Ложки. Да. Ладно, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пока что мы вообще ложки здесь. Хотя на той карте тоже у нас не сильно получилось, но мы что-то проигрываем. Ну ничего. Очень часто. Да. Я думаю, удача к нам повернется передом, мы когда-нибудь затащим. Поэтому большие пальцы вверх. С вами были Каролина и Герман. Всем пока. Пока.